Привет, друг. Меня зовут Джон Кормилицын, и я представляю тебе самый полноценный курс «Трекинг на максималках». Я создатель курсов Redshift «Будущее – это несложно» и Simulation Real Flow. Давай сразу, что мы для тебя приготовили? Это сочный разбор всей программы под названием PF Track для создания профессионального трекинга, даже с учетом плохих отснятых кадров. Трекинг – это процесс, впоследствии позволяющий встраивать любую 3D и 2D графику в твое видео. То есть ты снимаешь ролик или уже имеешь при себе отснятый материал, и далее, чтобы эффекты смотрелись там, как влитые, необходимо произвести этот трекинг, иначе будет вот это. PF Track – это мощнейшая программа, которая сочетает в себе огромный спектр инструментов для дикого фристайла. Курс затрагивает все необходимые аспекты трекинга и позволяет решать любые проблемы, которые у тебя возникают. Мы специально взяли кадры с дешевого оборудования, чтобы использовать материал с плохим качеством, но в основе это телефон, так как на крутых камерах таких сложностей не возникает. Обучение делится на теоретическую и практическую части. В него входит полноценный разбор программы PF Track, затронем трекинг в программе After Effects и Cinema 4D, расскажем про технологии, которые используются в кино и любительских студиях, объясним все аспекты подготовки к съемке, чтобы каждое видео было идеально для работы с ним в дальнейшем. Кому подходит этот курс? Для новичков и среднего уровня специалистов, которые хотят познать величие данной сферы и сильнее углубиться в нюансы. Для операторов, которые хотят научиться правильно понять метод съемки для внедрения графики, ведь практически каждое кино или игра использует технологии трекинга. Ну и чтобы стать грамотным специалистом, необходимо тщательно изучать материал. Специализированный трекинг – это абсолютно не занятая ниша, поэтому использование этих знаний подойдет для заработка в студиях, где используется интеграция видео с графикой, с проблемными кадрами, которые необходимо качественно оттречить. В кино, где подробное понимание, что необходимо делать, даст возможность быстро реализовать себя как гуру своего дела. Я знаю, что когда ты делаешь, если делаешь обычный трекинг, то выходит очень криво и косо. А чувство, что после съемки ты приходишь домой, смотришь на ролики и не понимаешь, как теперь с этим работать. Ну вот это пора решать. Куратор этого курса Алексей Черкашин, работающий со мной на протяжении всех наших проектов. Вместе с ним ты пройдешь весь этот путь и в режиме реального времени сможешь общаться и задавать вопросы. Курс рассчитан на полную поддержку с нашей стороны и бесполезен при обычном скачивании со всех этих торрентов, а также пакет с дополнением новых уроков каждые 2 недели и практические задания для повышения компетентности и пополнения портфолио. Ну и самое сочное, трекинг – это не только захват движения камеры, это еще и работа с mock-up для захвата движения по точкам, дабы создать точную анимацию персонажей и мимику лица, а также трекинг геометрии для отслеживания объектов в стиле машины, которая едет, и добавить ей какой-то 2D или 3D элемент, к примеру. Далее вычисление фокусного расстояния, возможность работы с искажением камеры под названием Undistort, фотограмметрия, позволяющая воссоздать реальные объекты, а также всей съемочной сцены с помощью фотографий в потрясающую 3D модель вместе с текстурой, ну еще и в точном ее размере. С помощью этого у вас будет доступ к взаимодействию графики с объектами в вашем видео. На основе фотографий можно вписать сколько угодно камер в сцену без необходимости просчитывать каждую камеру отдельно. Далее работа со стереоскопией для формата видео в 3D очках. Создание глубины для просчета дальности и близости всей сцены, чтобы в дальнейшем ты мог добавлять невероятные визуальные эффекты. Трекинг с кадрами на 360. Таких видео становится все больше и больше, и пора уже учиться работать с ними. Конечно, затронем трекинг в программе After Effects и Cinema 4D. Ну и как работать с этими данными в 3D программах, а точнее экспорт-импорт для вставки всех твоих визуальных эффектов. Все это в нашем курсе «Трекинг на максималках». Перед ознакомлением рекомендую посмотреть наш ролик «Что такое трекинг» для полного понимания. Абсолютно все вопросы ты можешь задать мне лично. Я обязательно отвечу и проконсультирую. Ссылка в описании, мой друг.